нарушают список правил, которые следует соблюдать. Мечта о первом прыжке у Андрея Грюнберга только что забылась. Было ли тебе страшно? Конечно. Это нормально. Появилась ли у него новая мечта? Об этом мы никогда не узнаем, потому что сразу последовал второй прыжок. Завалил отделение, что называется, то есть с самого начала прыжок пошел не так, как надо. Вот, а дальше человек попытался спастись, и, может быть, у него это бы получилось, если бы он попытался открыться чуть раньше, но не смог. До конца ответа никто не знает, но существует мнение, что у людей, которые занимаются... Неопытности нарушают список правил, которые следует соблюдать. Мечта о первом прыжке у Андрея Грюнберга только что забылась. Было ли тебе страшно? Конечно. Это нормально. Появилась ли у него новая мечта? Об этом мы никогда не узнаем, потому что сразу последовал второй прыжок. Завалил отделение, что называется, то есть с самого начала прыжок пошел не так, как надо. Вот, а дальше человек попытался спастись, и, может быть, у него это бы получилось, если бы он попытался открыться чуть раньше, но не смог. До конца ответа никто не знает, но существует мнение, что у людей, которые...